Тереса Новый год бежится. Площадь вокруг ёлки оцеплена забором, и полицейские посты со всех сторон стоят. Более того, справа от кинотеатра вон фургон ОМОНа стоит. Это что ж такое за Новый год, если бы вон полиция, войска, непонятно. Первый раз такой Новый год, и еще вон ОМОН автобусами стоял. Целый КАМАЗ полиции. Сейчас он увеличен. Вон. На площади 7 человек насчитали. В основном студенты битва. Полиции больше, чем отдыхающих. Фейерверки везде видишь, со всех сторон. Вон, грузовик полиции и Росгвардия. Вот такие у нас дела.